В этом году ей исполнится 55. Она заслуженная артистка России, любящая мать и законная жена, которая шла к своему счастью долгие годы и порой переступала не только через себя, но и через жен своих любовников. В списке ее сожителей и Игорь Гордин, муж Юлии Меньшовой, и молодой и горячий Кирилл Плетнев. Как сложилась судьба красавицы-провинциалки Инги Оболдиной?